Что сегодня происходит в оккупированных городах? Что видят? О чем рассказывают люди? Давайте послушаем. Донецк и Луганск. Очень большие очереди. Очереди иногда выходят аж за пределы магазина. Люди скупают все, что можно. Цены, одна цена днем, другая цена. Вечером уже будет совершенно третья цена. Хлеб мой муж не мог купить, потому что он не мог отстоять очереди. Ему на работу нужно ехать. Мне 71-й год. Наш дом разбит. Сгорело два блока трехкомнатных на четвертого этажа. Поехала, расстроилась, лазят по квартирах. Там никого почти нету. Перерыли все, что ищут. Многие продукты исчезли с прилавков. В основном это касается молочных, кисломолочных продуктов. Вместо этого завезли достаточно много, то есть водки. По ТВ, по радио, по газетам идет массированная пропаганда о том, что Украина нападает на ЛНР, Украина не выполняет минские договоренности, и таким образом готовится то ли почва для того, чтобы возобновить со стороны ЛНР военные действия, то ли непонятно. Тут чокнуто, все тут у нас в доме возмущены. Были отключены полностью украинские каналы, все каналы по Луганской области, точно в городе Краснодоне. Хотелось бы, чтобы все каналы украинские были включены, и мы их смотрели, независимо ни от какой политики, ни от чего. Просто люди хотят знать правду и видеть Украину, и слышать ее.